Приветствую вас во второй части по вязанию жакетика на малыша. В первой части мы с вами связали спинку, ниточку обрежьте сантиметров 40, оставьте для выполнения плечевого шва. Спицу отлаживаете с открытыми петельками на спинке, просто в сторону. Перед тем, как вязать полочки, мы с вами определимся. Если вы вяжете жакетик на малышку, на девочку, тогда вам нужно будет сделать дырочки на правой полочке, то есть левой от нас, на вот этой стороне, дырочки для пуговичек. Если вы вяжете на мальчика, тогда на левой стороне, от нас это правая сторона. Так что смотрите, мы сейчас начнем вязание с левой части от нас, то есть с правой, она будет у нас без дырочек. Если вы вяжете на девочку, тогда вам ее нужно будет с дырочками вязать. Итак, отлаживаем спинку в сторону, берем снова две спицы, ниточку и хорошо-хорошо отматываем где-то тоже метр для выполнения бокового шва. То есть снова отлаживаете, отмеряете метр и начинаете набор петелек на спицу. Снова набираете начальные две петельки на одну спицу для хорошего плотного краешка, не растянутого. И набираем 38 петелек. 2 набраны. И так продолжаем. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 35, 36, 37 и 38. Набраны петелечки. Вытаскиваем свободную спицу без начальных петелек. И с первой же петелечки начинаем провязывать все петельки лицевые. Сейчас я немножечко начну с вами полочку, так как здесь немножечко будут изменения в плане провязывания. Так как спиночку мы вязали, неважно, как бы нам было, какие петельки, главное, чтобы ровненько и удобно было потом сшивать, то здесь на полочках немножечко будут небольшие изменения. Это у нас полочка, повторюсь, без петелек, то есть это полочка свободное вязание. Всего нам нужно на полочке, на, получается, левой от нас, на правой от малыша, связать 53 ряда, как и в первом случае со спинкой, до проймочки. То есть мы провяжем сейчас 53 ряда. Это у нас первый, разворачиваем второй. Но при этом, смотрите, у нас лицевая сторона получается нечетный ряд. То есть, смотрите, мы провязали первый ряд на изнаночной стороне. И обратите внимание, у нас снова с левой стороны ниточка вот эта, то есть вот он наш лицевой ряд. И вот на противоположной стороне от ниточки, то есть вот в начале лицевого ряда, нам нужно будет провязывать обязательно первую, точно так же лицевой, как и все последующие. То есть провязываем все петельки лицевой. С этой стороны мы будем с изнаночной стороны, когда разворачивать, первую снимать, а с этой стороны всегда с изнаночной стороны провязывать лицевой и с лицевой стороны провязывать лицевой. Почему это я вам говорю сейчас? Для того, чтобы у вас получился красивый краешек. Он будет такой как бы с зубчиками у вас. Если вы будете первую снимать, как и всегда, как с этой стороны, так и с этой, у вас получится такая вот косичка. То есть я сейчас на примере спинки вам покажу, какая косичка. Вот, смотрите. Если вас устраивает вот такая косичка, то, пожалуйста, вяжите лицевую первую, снимаете. Не провязанной с лицевой стороны в начале ряда. А если вы хотите именно зубчиками красивенькими, то, опять же, запомните, с одной стороны, то есть не с этой стороны, там, где у вас будет сшиваться жакетик, а именно с той стороны, где у вас будет, так скажем, край полочки с лицевой стороны. Вот так вот. Ну, то есть, вот у вас налаживается полочка на полочку. То есть, на этой полке, на левой от нас, будет
с правой стороны зубчики, а на противоположной полочке, когда мы будем вязать, то будет с левой стороны зубчики. То есть просто для того, чтобы делать зубчики. Если вы не хотите их делать, пожалуйста, просто снимайте первую непровязанную, как мы делали на спинке. Просто у нас, когда вы будете первую снимать с одной стороны и с другой стороны полочки, то у нас получатся косички в разные стороны. Ну, как бы для примера вам, вы просто можете посмотреть на спинке, у вас расположение косичек смотрит в разные стороны. Вот эту ниточку, чтобы вам не мешало, вы можете заделать снова, взять маркер, опять же, пластиковый или булавочку, как я это делаю в данном случае, и смотать, прикрепить, то есть, чтобы оно вам не мешало, вот это вот к вязанию, к нашему. То есть, вы вот провязали рядочек, можете уже, в принципе, вот так вот смотать, аккуратненько покажу вам. Возьму булавочку и вот так вот нанизать на булавочку и вязание вколоть. Вот так вот. И оно уже, видите, присобранное, не мешает. И, опять же повторюсь, с этой стороны мы делаем зубчики. Поэтому вот оно у нас начало ряда. Я сразу с первой петелечки провязываю лицевую, как и все последующие. А с левой стороны буду просто провязывать в конце лицевую, в начале снимать непровязанную. То есть для того, чтобы нам удобно было сшивать. Итак, продолжаем провязывать все петельки лицевые в каждом ряду. Это у нас уже второй ряд. Нам нужно провязать 53 ряда. И тогда я вам расскажу, что мы будем делать дальше. Итак, вот они наши красивые рубчики, о чем я вам говорила. Красивый ровненький край двусторонний. А с этой стороны у нас вот косичка, которая удобна для сшивания. То есть, если вы делали косичку и с одной, и с другой стороны, в принципе, ничего страшного. Это, скажем так, ваша фантазия. Итак, я провязала 53 ряда и 54 ряд, обратите внимание, лицевой до конца ряда, так как нам нужно сделать проймочку с левой стороны. То есть, с этой стороны нам нужно сократить 4 петелечки. Поэтому провяжите еще 54 ряд для того, чтобы перейти на изнаночную сторону. То есть вот она наша спинка и вот она наша полочка. Как вы видите, она больше, чем до середины. Здесь будут у нас пуговички. Вот. И у нас сейчас как раз-таки расстояние пришло к проймочке. Вот она наша пройма. Мы разворачиваем на изнаночную сторону. И сокращаем подряд 4 петельки. Первую снимаем непровязанной, затем вторую провязываем лицевой, это одно убавление, третью лицевой, второе убавление, четвертую лицевой, третье убавление и пятую лицевой протяжка. 4 петелечки мы с вами убавили. Вот они. Довязываем ряд этот до конца лицевыми петельками. И начиная со следующего лицевого ряда, развернув на лицевой ряд, мы продолжаем провязывать первую петельку лицевой и последнюю точно так же лицевой. До вот этих вот пор высоты, то есть до 14 сантиметров. Мы здесь провязали высоту 87 рядочков на спинке, значит, и здесь продолжаем. Отсчитываем от низа до верхней части 87 рядочков. Но при этом провяжите 88 ряд лицевой для того, чтобы сделать убавление снова на левой стороне. То есть с изнаночной стороны на левой стороне мы делаем убавление. Поэтому провяжите 88 рядочков. От начала вязания отсчитывайте вот первый ряд, затем второй и так далее. 88 высоту. При этом мы на этой полочке не делаем никаких петелечек, заметьте. Просто вяжем пустую, обычную вот полочку. Мы сделали убавление на пройму. Вот она наша полочка. Здесь будут пришиваться на этой части пуговички. Итак, 88 рядочков провязано от начала вязания, наша проймочка. И теперь нам осталось закрыть 11 петелек плечевого скоса, то есть для плечевого шва платформочку вторую, как мы делали на спинке.
разворачиваем на изнаночный ряд. И теперь первую снимаем, следующая лицевой, одно убавление, следующая лицевой, протяжка, второе убавление, лицевая протяжка, третья. И так нам нужно 11 раз. Лицевая протяжка, четвертая, лицевая протяжка, пятая, лицевая протяжка, шестая, лицевая протяжка, седьмая, лицевая протяжка, восьмая, лицевая протяжка, девятая, лицевая протяжка, десятая и последняя лицевая протяжка, одиннадцатая. Мы сократили с вами плечевой скос из 11 петелек и теперь довязываем ряд лицевыми петельками до конца. Вот так вот продолжаем, довязываем до конца. Последняя, как всегда, лицевая. И, конечно же, теперь не спешите после этой полочки вывязывания обрывать или обрезать ниточку. Эта ниточка нам будет потом нужна, поэтому не спешите ее обрезать, а просто отложите в сторону и вытащите с середины моточка другой конец ниточки. Им и будем продолжать вязать вторую полочку, то есть вторым кончиком от моточка внутренняя часть. Если у вас есть второй моточек, пожалуйста, возьмите со второго моточка начало, и мы закончили провязывать, получается, правую полочку или левую, если от нас смотреть. Вот она наша спинка. Это наша правая полочка. И мы приступаем к вязанию левой полочки, которая у нас будет с пуговичками. Если же у вас была правая полочка с пуговичками, если для девочки, и вы не знали, как ее связать, то смотрите аналогично вот этой, которую мы сейчас будем вязать, а уже затем ту, которую мы будем вязать, вы будете вязать уже без пуговичек, то есть прямым полотном. Поэтому мы снова набираем 38 начальных петелек и начинаем вязать прямыми обратными рядами, точно так же провязывая первую обязательно лицевую петельку, но уже получается с левой стороны. То есть набираете 38 петелек и уже мы не оставляем вот эту вот ниточку для, так скажем, для сшивания боковых швов, потому что ниточка вот она у нас. А с этой стороны ниточка вот. То есть у нас будет, получается, снова с левой стороны ниточка, но она будет короткая. То есть нам не нужно оставлять для пришивания, так как она у нас будет вот с этой стороны прятаться в вязание. То есть нам не нужно. Мы просто набираем 38 классическим способом петелек и вяжем прямое полотнище, аналогичное правой полочке. То есть левая полочка у нас такая же, как правая. При этом мы сейчас будем ввязывать и делать дырочки для пуговичек. И вот, как я говорила, набрали 38 петелек. Вот она, ниточка моя коротенькая. И с левой стороны мы с вами провязываем первую лицевую обязательно. То есть и последнюю лицевую, и первую лицевую. А с этой стороны справа у нас просто ровный краешек косичкой. Первая снимается, не провязанная. Еще раз повторюсь, для чего мы так делаем? Для того, чтобы этот краешек был красивенький, рубчиками ровненький. А вот этот краешек будет у нас для удобства пришивания, сшивания наших спинки и полочки. Вот она, косичка. Мы по ней будем потом сшивать. Итак, продолжаем вязать, получается, уже левую полочку или правую с нашей стороны, то есть зрения, до... Нам нужно от начала до того момента, когда мы будем делать петельки, 9 сантиметров. То есть от начала мы провяжем 9 сантиметров прямыми обратными рядами. И с левой стороны не забывайте делать рубчики. Вот я провязала от начала вязания левой нашей полочки и подошла к ряду с петелечками.
Если вы вяжете противоположную, ну то есть для девочки, то точно так же. Но единственное, что в зеркальном отображении. То есть сейчас мы будем делать петельки для пуговичек таким образом. Мы провяжем 18 лицевых, затем сделаем накид 2 вместе, 13 лицевых, опять 2 вместе провяжем накид и закончим 3 лицевыми петельками. То вы начинаете в зеркальном отображении провязывать, получается, с, так скажем, с начала ряда, но при этом у вас будет начинаться на лицевом ряду, то есть если это противоположная полочка в зеркальном отображении, то вы начнете с 3 лицевых, затем сделаете накид, провяжете 2 вместе лицевых, затем средние 13 лицевых провяжете, 2 вместе накид и закончите 18 лицевыми. То есть в зеркальном отображении. Все, что мы сейчас будем делать, только точности до наоборот. Итак, начинаем. Снимаем первую. Это у нас будет считаться за первую петлю. 1. Далее лицевыми вяжем еще 17 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18, та, которую мы сняли. Итак, проверим. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 лицевых провязали, теперь делаем накид. Накид у нас будет замещать 2 вместе лицевыми провязанными. Вот так вот 2 вместе за переднюю стеночку второй петли. Вот этот накид и 2 вместе лицевых нам заменят вот эти 2 петельки. Аккуратненько провязывайте петли, так как может раздваиваться ниточка и провяжется не очень красиво. Итак, вот он накид нам заполнил, заменил одну из 2 провязанных вместе. То есть вот она наша дырочка. Теперь мы провяжем средние между петлями 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Теперь провяжем 2 вместе лицевой. Опять же за переднюю стеночку второй петли. И нам нужно заместить вот эту вот вместе провязанную, то есть делаем накид. И 3 петельки провязываем лицевых. Вот как вы видите накиды. 1, 2 у нас и будут петельки. То есть мы следующий ряд провяжем просто лицевыми. Обязательно накиды провяжем не перекрещенными, для того, чтобы были дырочки. Первую провязываем лицевой обязательно, так как это ряд с рубчиками с нашими. И дальше провязываем 3 лицевые, накид провязываем просто, вот она у нас дырочка, то есть лицевой. Провяжем 2 вместе лицевой предыдущего ряда, она у нас просто здесь идет лицевой. И так далее, просто каждую петелечку. То есть у нас количество, которое было, петелек 38, так и после проделанных петелек у нас должно остаться 38 петель, поэтому просчитайте, чтобы вы нигде не ошиблись, лишнего не убрали и точно так же не добавили. То есть у нас как было ровное полотно из 38 набранных в начале петель, так и сейчас должно быть ровно 38. Итак, сейчас продолжаем наше вязание прямого полотна до проймочки. То есть у нас до проймочки было провязано 53 ряда, поэтому мы сейчас от начала вязания, от набора петель должны провязать 53 ряда. В 54 мы будем закрывать проймочку, то есть на уровне 13-14 сантиметров мы будем делать проймочку. А затем уже после проймочки мы с вами сделаем еще 2 петелечки через 16 провязанных сантиметров. То есть через 2 сантиметра после проймочки. 53 ряда провязаны. Наши, вот как вы видите, дырочки. Они маленькие, но по ходу того, как вы будете
как говорится, продевать пуговички сквозь них, они еще растянутся, потянутся, поэтому пуговички выбирайте больше диаметра 10-копеечной монеты, то есть гораздо побольше, хотя бы ну вот, приблизительно 1,5 сантиметра в диаметре. Ну, то есть это так, я на глаз вам говорю. Вот, и сейчас пришло время как раз-таки сделать проймочку. Она у нас будет с правой стороны, то есть наши привычные 4 петелечки мы сейчас закроем. Уже знакомым для нас способом, это первую петелечку снимаем, далее провязываем лицевую, одеваем первую на вторую, лицевая протяжка, вторая, лицевая, третья протяжка, лицевая, четвертая протяжка. Мы закрыли нашу проймочку с правой стороны, и сейчас мы провязываем до конца ряда лицевыми, продолжаем, и затем нам нужно продолжить прямыми обратными рядами вязать. При этом не забывайте, если вы вяжете зубчики, вот эти, то есть продолжать их вязать до 16 сантиметров от начала вязания, то есть до следующих петелечек. Сказала вам провязать 16 сантиметров, но от начала до того момента, где я сейчас окончила для вязания вот этих вот второго ряда петелек для пуговичек, добавила еще 2 сантиметра, то есть провязала 18 сантиметров, так как примерила, и мне показалось 16 слишком уж мало, как бы, то есть вот тут где-то приблизительно были бы пуговички, еще до горлышка достаточно много расстояния большое, поэтому я решила все-таки провязать от начала 18, то есть я сейчас провязала 18 сантиметров, и будем делать второй ряд для петелек, то есть еще 2 верхние петельки. Итак, мы изначально провязывали 18 лицевых, но так как мы сделали проймочку из 4 лицевых, то значит мы провяжем сейчас 14 лицевых. Первую снимаем, затем вторая лицевая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая и четырнадцатая. Провязали 14 лицевых, теперь делаем накид. Теперь провязываем 2 вместе лицевой, для того, чтобы у нас была красивая дырочка. Теперь провязываем 13 средних лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12 и 13. Теперь провязываем 2 вместе лицевой. Делаем накид. Вот так вот наша дырочка вторая. И 3 лицевых довязываем до конца ряда. Разворачиваем вязание и продолжаем полностью ряд довязывать лицевыми петельками. Наши накиды провязываем просто не скрещенно, не забывайте, чтобы у вас были дырочки, они будут служить нам петелечками для пуговичек. Итак, довяжем этот ряд до конца, и нам нужно будет провязать до полностью высоты нашей кофточки. То есть мы изначально спинку провязывали в 87 рядков, поэтому нам сейчас нужно будет точно так же от начала до конца провязать 87 рядочков, то есть вот разворачиваете и от начала до конца нашего вязания, то есть полностью набираем высоту проймочки нашей и высоту полочки, то есть чтобы у нас все части полностью совпали по сантиметрам. И желательно считайте ряды, то есть чтобы наверняка все было отлично, четко подобрано. Связали наших 87 рядочков, и теперь нам осталось закрыть правый плечевой скос. Привычным для нас способом закрываем 11 петель. Первую снимаем, затем вторую лицевую, протяжка, третью лицевую, протяжка. Это 2, теперь 3,
4 лицевая протяжка, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Вот они, наши 11 петелек плечевого скоса закрыты. И довязываем ряд лицевой до конца, возвращаемся, довязываем изнаночный ряд, ниточку обрезаем. Обрезайте не слишком коротко, для того, чтобы вам удобно было заправить кончики, либо какие-то добавочки понадобятся для сшивания. То есть, в принципе, не сильно экономьте ниточку, все должно быть в мере разумного. Пока отлаживаем полочку нашу в сторону и приступаем к рукавчикам.